Погибли в аварии. В Бендерах произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Бендерского восстания и Старого 32-летний житель Республики Молдова, управляя автомобилем Mercedes-Benz, нарушил скоростной режим. Выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и, опрокинувшись, врезался в дерево. Видимо, резко занесло на большой скорости. Был себе толчок снизу, транспортер. Резкий переворот, неоднократный переворот был, примерно 7 или 6 раз. Летел первое дерево, рикошетом от первого дерева отошло соседнее. На место происшествия прибыли сотрудники милиции, пожарной охраны и врачи скорой помощи. Чтобы извлечь тело зажатого в искореженном автомобиле водителя, спасателям пришлось использовать спецсредства. В итоге погиб водитель и один пассажир. За жизнь третьего до сих пор борются врачи. На момент дорожно-транспортного происшествия в автомобиле находилось 3 человека. Водитель, житель города Кишинева, и пассажир, жительница города Бендеры. От полученных телесных повреждений скончались на месте. Вторая пассажирка, также жительница города Бендеры, полученными телесными повреждениями различной степени тяжести, была направлена в реанимационное отделение Бендерской городской больницы. Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, будет установлено после проведения назначенной наркологической экспертизы. По предварительным данным сотрудников ГАИ, скорость автомобиля превышала 100 км в час. При резком маневре результат очевиден. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.